2 апреля 2019 года стартовал конкурс телерадиокомпании «Новый век» под хэштегом «Айда на ТНВ-2019». Проводится он для тех, кто хочет стать профессиональным журналистом. По результатам конкурса победители станут обладателями целевого гранта ТНВ на обучение в Казанском федеральном университете по профилю «Новые национальные медиа. Мультимедийная журналистика». После окончания вуза им гарантировано трудоустройство на главном телеканале республики. На грант могут претендовать учащиеся выпускных классов средних общеобразовательных школ, носители татарского языка. Желательным условием является наличие первоначального опыта в написании творческих статей или производства видеоматериалов. Для соискателей гранта обязательно сдача ЕГЭ по русскому языку и литературе. Сам конкурс проводится в три этапа. Первый тур – конкурс эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг» в свободной форме. Второй тур – творческий конкурс в кадре, что подразумевает креативную самопрезентацию в формате любого мобильного устройства. Третий тур – заключительный творческий конкурс в жанре интервью. Проводится на телекомпании ТНВ. Победители первого конкурса «Айда на ТНВ» уже учатся в Казанском федеральном университете. Безусловно, те знания, которые мы получаем в процессе обучения, они помогают нам и в практике, мы их активно применяем, потому что во время учебы мы не только дополняем свои теоретические знания, но и улучшаем свои навыки, которые у нас уже хоть какие-то, но были, и развиваемся в этой сфере тоже. Срок проведения конкурса до 17 мая 2019 года. Все подробности на официальном сайте телерадиокомпании «Новый век». Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.